Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Medal of Honor Airborne. Сегодня у нас на повестке дня будет прохождение пятой миссии War City. Давайте начнем. Так, брифинг очередной. Attention Airborne. This is Operation Varsity. We're finally dropping into Germany. Our enemy is about to collapse, but that does not mean that he is weak. Here's our DZ. Air Force carpet bombed this factory district for weeks, but months worth of war material remains undamaged. This is a Panzer tank assembly facility. Local resistance reports a railgun is hidden inside. If you find it, you know what to do. The enemy has several tanks ready to deliver to the front lines. Make sure they never leave this rail yard. This chem plant produces explosives for anti-aircraft shells. We believe there is a large stockpile of munitions in the basement. Find it and do away with it. This is a simple mission. If it can shoot you or be shot at you, destroy it. Dismiss. Ну, само собой, вали все, что осталось. Так, основным возьмем тогда СТ-шку. Это что у нас, бар? G, вот тут возьмем, прокачать надо до конца. Ладно, погнали. Драть задницы фашистские. Другие войска завидовали нашей экипировке, нашему жалованию, нашей славе. Мы считались армейской элитой, а на деле были всего лишь кучкой зеленых юнцов. Рядовой первого класса Билл Бишоп. Молодые дураки. И снова в самолете. Будет один труп десантника. Уже два. Всех перестреляли, зашибись. Я вот туда сяду, там поближе. Небрежная посадка, блин. Ух, там снайпера, мать вашу. Attention all airborne. CO instructions are to find and disable any and all rail cars loaded with enemy armor. Минус один. Тут где-то второй должен быть. А вот и второй. Да сдохни ты. В пяточку тебе. Там тоже снайпер. Прям мне на бушку приземлился. Минус один еще. Готов. Так, что у нас тут, пацаны, разбираются? Не уйдешь, говнюк.
Чувак, ты куда? Ляж, поспи. Так. Ну чё? Твою мать, а? Да вы что, серьезно мне тут накидываете? Вас что, стол прожает, что ли? Спотнулся, что ли? All units receiving this transmission. We have reports of an enemy railgun hidden inside the factory. Command instructions are to determine its whereabouts and eliminate its effectiveness using any and all sabotage methods. Чего там с ними возитесь? Ну где же? Ну где же ваши ручки? Ну где же ваши ножки? Иди сюда. Так, тут сейф взорвать что надо. Шокс, шокс, да. Он аж на радостях подпрыгнул. Привет. И пока. Ну идите сюда, ё-моё. Чего вы стесняетесь? Thank you.
Так, где вы тут? Спи, мой малыш. Красивый балет. Ничего не скажешь. Чем туда залезли-то? Патронов не будет, что ли? Вон какой-то ящичек валяется. О, патрончики. Хоть какие-то патроны. О, тема. Устал, мужик, приляж, отдохни. Так, у нас взорвать пушку. И двигаем отсюда кони. Так, у нас вечеринка дальше продолжается. Там где-то была зона высадки. Должны были быть патроны. Вот они, наверное. Да, патрончики, наконец-то. Attention airborne. Updated intel indicates functional machinery near the loading dock. Orders are to locate and sabotage. Можно поразвлекаться теперь. Чувство потерял, что ли? И там у нас откуда же вы вылазите-то, а? Все. Здесь никого нету. О! Каска, желающая умереть. Что тут у нас? Ничего. Так. Погнали дальше. Нам нужно наверх. Что-то я кругаля дал. Куда идем, с пятачком большой-большой секрет. Не расскажем мы о нем, нет. Ты доволен?
Каску снес. Вижу, ребят, неугомонные, а? Сами зашли в гости на свинец. Ох, ребята, заходи, где ты там? Отчасти, что ли, подпрыгнул там? Так. У нас куда тут? Наверх. Так, всех? А, там не взорвал. В руку ранил и убил. А там у нас нет никого. А то там по карте что-то виднеется, что-то жопа. О, я был уверен. Свет, мой зеркаль, ты скажи, на всю правду доложи. Охуенное ебало. Твое разъебало. О, там уже осада идет. Ах ты ж говнюк. Коленочку тебе. Ах, как отнесло хорошо. Ладно. Так, нам нужно взорвать. Раз, подрыв. И валим оттуда. Так, где-то у нас вторая. Минируем вторую. И валим. Отличная работа. Так, погнали дальше. Что у нас тут? Туда куда-то надо нам сбегать. Двое легли. Ты спи. За страх, что гранату броню.
Это что за сопровождение немцев тут? Фух, мое... Фу-фу, круче. Так. Спинку почесали. Сейчас вот еще одному немцу почешем. Яйца почесали. Чё, все? Начесались? Нет, русо туристо. Спи, мой маленький. И ты тоже. Шмаляют-то, ёб твою мать, а? Ну что, чё, каски, что ли, бронебойные? Так. Где-то тут были аптечки. Они мне сейчас нужны. Вон одна. За мной патрончики пособираем. Так. Чё, и все, что ли? Наверху. Только патроны. Ладно. Что есть, то есть, как говорится. Тут поблизости. А, вон завалялась одна поблизости. Где-то. Где я ее видел-то? А, вон аптечка одна еще валяется. И где-то тут была еще одна. А, вон. Ну все, теперь можно дальше продолжать веселье. Веселье продолжается. Патроны есть, здоровье полное. Можно дальше развлекаться. Так, нам нужно целый склад разнести здесь, чертовой бабушке, я так понял. Кто-то нас тут ждет за стенкой. Ребят, ну не серчайте. Вы, походу, злые и сердитые. Каску. Ух, как разнесло его там.
Тройной тулуп с разворотом. И хабы, хабы. Хавай пули. Так, задача взорвать. Драпаем отсюда к чертовой нахрен мамочке. Ух, ё. Так. Берем винтовку. Начинаем играться. Готов. О, мы уже апнули. Что нам дают? Йогурный бабай. Гранатомет. О. Вообще тема. Столько снайперов и не знаешь, как хвалить. Так. Готов? Походу, да. Ёптер. Так. Вон твоя жопа. Так, готов. Где еще снайпера? Вон еще один. Готов. Так, где еще? Готов. Кому еще омлет? Так, еще там походу. Готов. Где-то еще сидит. Стопудово. Да, американо. Так. Все, что ли? Куды у нас тут? Нет, нам мы не будем прыгать. Мы как культурные люди. Спустимся вниз. Найдем чью-то задницу. Будем убивать их. Так. Ст-
в упор там целым стадом. Так, мне кажется, наверху где-то снайпер сидит. Да. Малыш. Что за извращение тут? Так, нужно танки подзорвать. Так, один танчик у нас. Раз. Ух ты, сколько же повылазило-то. О, какая красивая штука. Царек, царек. Где тут был? Царек. Дайте мне его хоть убить-то, последнего. Все, что ли? Ну, слава яйцам. Так, второй танк. Где у нас третий был? Вот он. А. И еще один танк. Все, что ли? Все? Все танки? Теперь что, сваливаем? Пойдем к нашим пацанам. Вход в депо захватывать будем. Только что-то чудо. Что-то не пойму, где этот гомосек? То вас нету, то вы вылазите. Американо. Русо туристо. Облика морали. Сколько ж вас там, а? Ну я могу вот так, конечно, сделать. А могу и вот так вот. Ну ловите. Ух, кто-то попал. Причем хорошо так попал. Спи, моя радость. Все, захвачено. Все? Или дальше будем? Ну все, и что дальше? Бронепоезд причалил.
Сейчас будет веселье. Чуется прям. What is that? Мать твою! Пулемет! Готов. Ничего такого крутого нету. Трусы что ли обосрал? Ух ты, сколько тут всего ж. Патроны. Взрывчатка. Куча немцев. Что задача? Ну ладно, посмотрим, что тут у нас. Не подходи ко мне, мужик. Ух, чё-то куда-то я не туда полез. Куда ты мы идем? Готов, пулеметчик? Так. Так. Открыл рот, получил патрон и расписался. Так. Что у нас тут еще? Аптечка. Кого еще надо пристрелить? Американо, американо. А, надо бомбу заложить. Состав уничтожен. Осталось только... всех расстрелять. Так, кто у нас тут? Где у нас тут хрен лысый стреляет? Дядя снайпер, так сказать. Нету? Так. Нет, и ладно. Так, этот подрывать. Тут подрываем. Все.
Ну, само собой, кто круче? Colonel Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for Operation Varsity, March 25th, 1945. Landed near our designated DZ and quickly took several objectives, destroying tanks, supplies, and a massive railgun. Было жестко. Was eventually overcome by patient tactics and well-aimed counterfire. Our company took especially high casualties after an enemy Panzerzug delivered elite troops to the fight. We must win this, and win it soon. Фу, на 5 звезд даже. Ну, я думаю, на этом мы закончим прохождение 5-й миссии Варсити. Оставляем комментарии под видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал и ждем дальнейшего прохождения, по-видимому, уже последней миссии «Зенитная башня». Всем спасибо за внимание, всем пока и удачи!